Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я в своем вязаном свитере. Вязала его давно косами. Сейчас косы актуальны. Он коротенький, классный, теплый. Как раз на это время. Я считаю, что сейчас время трикотажных вещей, вязаных вещей. На мне все хендмей, сумку сама сшила, свитер сама связала спицами, брючки сама сшила. Ветер сильный, плюс 10. Ну, еще много зелени, еще хорошо. Еще можно считать лето. Ну, такое похолодание. Так что, пока-пока.